Всем привет! Нашим перепеляткам 10 дней. И в этом видеоролике я расскажу, какую температуру надо поддерживать в брудере. В период 3-4 недель, пока они находятся вот в яслях по-другому. Ну, брудер — это ясли. Как только они вылупляются, первую неделю нужно придерживаться температуры, чтобы на градуснике было 36 градусов. 35-36. И каждую неделю мы ее опускаем на 5 градусов. Вторая неделя должна быть 30 градусов. И третья неделя уже 25 градусов. И так ее, такую ее держим. Ну, оптимальная вообще температура для них и есть 20-25 градусов, включая взрослых перепелов. Иногда бывает, что градусник градусником, но нужно смотреть на их поведение. То есть, если они кучкуются, например, вот так вот, таким вот образом, значит, им холодно, вы догадались. Если же разбегаются ближе к выходу, вот сюда вот, где свежий воздух, значит, им жарко. И они открывают свои клювики и дышат тяжело. Это признак того, что надо температуру опустить. Опускаем мы температуру при открывании просто... У нас вот такое вот покрывальце. У нас глухой двери нет, у нас сетка. И мы приоткрываем с каждым разом больше, больше и больше. Вот это вот покрывальце. И практически на третью неделю, четвертую мы вообще их не прикрываем. Им достаточно вот такой температуры, которая у нас курятники. Ну, перепелятники. Перепелятники у нас 20-25 градусов даже зимой. Все, иногда даже вот эти вот обогревающие лампы выключаю. У нас сейчас здесь 26 градусов. Основная масса чувствует себя хорошо, 10 дней. Но им надо держать еще градусов 30 этот период. Поэтому мелкие вот там скучковались, а крупные, оперившиеся более-менее, уже им достаточно этого тепла. Поэтому эту неделю мы еще держим, ну, дня 4, они очень быстро растут, до 30 градусов, пределов 30. Начиная уже с 14 дня, 15, можно опускать еще на пару градусов, там 2-3 градуса, ну, до 5. И она должна соответствовать 25 градусам третья неделя. На этом у меня пока все. Вот такая вот у нас семейка. Всем пока!